сил, огромное спасибо. Я считаю этого человека очень смелым, потому что некоторые вещи, которые он сказал, может сказать, это очень смелый человек. Вот сегодня то, что я услышала, просто перевернуло многие мои мысли в голове. Спасибо большое, я верю. Верю в то, что он добьется своей цели, и я верю этому человеку, иду за ним. Спасибо большое. Знаете, я хочу выразить признательность и благодарность Селу Татарину, потому что вот действительно, когда слушаешь этого человека, понимаешь, что то, что он говорит, он это прожил, он это создал. И поэтому это все очень просто, легко и легко воспринимается. И вы знаете, начинаешь понимать, как действительно работает этот бизнес и что нужно делать для того, чтобы преуспеть в этой потрясающей системе с таким красивым названием «Сетевой маркетинг». Большое спасибо Всеволоду. Зачем я сюда приехала, то я и получила. Мне было важен был ответ о работе с первой линией, с командой. Все это я получила. Теперь будем действовать. Ой, замечательный, просто великолепный тренинг. Я поняла, что до этого я занималась, в общем-то, всем чем угодно, но только не сетевым маркетингом. И, наконец-то, у меня как бы открылись глаза. И огромное спасибо Всеволоду. Спасибо огромное, да. Спасибо огромное всем за это замечательное мероприятие. На самом деле, я уже очень давно в сетевой компании, но я поняла, что я не работала. Голова вообще кружится от количества полученной информации. Будем применять, будем действовать, анализировать. И добиваться успеха. Победа будет за нами. Потрясающий семинар. Постоянно радуешься чему-то того, чего сама ты в жизни, возможно, ты с помощью таких профессионалов не достигнешь. Спасибо за то, что есть тему, за то, что есть его школа, за всех, кто улучшает нас. Спасибо. Эмоции, все замечательно. Теперь осталось только притворить в жизни то, что услышала. И сегодня я первый раз поняла, что за свои 14 лет я не работала. И очень-очень много нового я узнала для себя. Поэтому я очень довольна. Все, что я знала до этого, оказывается, я вообще ничего не знала. И все как будто заново прямо в голову заложили. И заново, можно сказать, заново родилась. Спасибо большое всем за колоссальную работу, проделанную.